Однажды в далекой-предалекой галактике судьба Вселенной, впрочем, ближе к делу, без планеты Земля снова никого не получалось спасти. И, конечно, выбор пал на простого парнишку. Норман! Хорош дрыхнуть! Нормана не видели? Походу, снова в комиксах залипал всю ночь. Эй, подождите! Лузер! Неудачник! Норман, что с тобой? Такое чувство, что мой мозг щекочет изнутри. Извилина зашевелилась? Вот это да. Значит, подключаемся сюда. Парень, слушай, дело наше благое. У нас общий враг, супермозг. Надо разобраться с этим суперзлодеем. Погнали, быстро найдите мне новый источник разума. Что? Я знал, что суперзлодеи существуют. А где вы вообще? Стоп, вы что, в моей голове? Ну, приветики, детки. Они говорят, что землян хочет поработить межгалактический супермозг. Прям межгалактический? Угу. Схватить мальчишку! Прикинь, они выбрали меня. Не зря ты книжки читал. Придется им помочь. Правда, я пока не знаю, чем именно. Погоди! Ты предлагаешь сразиться с этим супермозгом, который будет использовать наш ум, и в финальной битве шансы 50 на 50? Ну, повыше. Не струсит? Бежим! Включи мозги, чтобы одолеть... Понял. Злодея-гения! Супермозг. Да это просто вынос мозга, ребята. В кино с 16 ноября.